у нас сегодня маникюр на дому? Вау, френч, впечатляет. Ну, это если не приглядываться. О, как же мне это поправить? Я шла с работы пешком и натерла ноги. У тебя есть пластырь? Идеально. О, нет, все стало только хуже. Что же делать? Ну-ка, дай мне этот пластырь. Если вы делаете французский маникюр, воспользуйтесь пластырем. Наклейте его вот так, и тогда линия будет ровной. Теперь можно красить ногти прямо поверх пластыря. Да, все очень просто. Зачем мучиться, если можно сильно упростить себе жизнь? Держи, я приготовила нам чай. Посмотри на мой новый маникюр. Круто, может быть, ты и мне когда-нибудь сделаешь? Экзамен перенесли на 12? Да блин, я же опоздаю. Лучше хватай вещи и беги, София. Это мне тоже надо взять. Красивые туфли, но ты уверена, что сможешь в них бежать? Почти на месте, почти на месте. София, твоя туфля. А? Эй, Золушка, твое? Да, да, наверное, потеряла, когда спускалась. Ох, спасибо большое. Если ноги выскальзывают из туфель, возьмите стильный браслет. Нанесите немного клея на один конец ленточки и согните ее так, чтобы браслет оказался внутри. Идеально. Теперь добавьте еще клея на задний туфель. Вот так. Приклейте ту же ленту к туфлям. Видите? Теперь ваши туфельки точно никогда не соскользнут. Этот лайфхак не только полезный, но и очень красивый. Ха-ха, эти мокрые котята такие смешные. Кто там? Тише, почтальон, тебе же не надо проводить описи жилища. Да, это та крутая футболка, которую я заказала на прошлой неделе. Ну что, давайте примерим. Блин, что-то она великовата. Я вроде заказала М-ку. Окей, она явно больше любой М-ки, которую я когда-либо носила. Да блин. Давайте проверим ярлычок. Вау, не помню, чтобы выбирала XL. Что бы с ней сделать? Если у вас есть большая футболка, попробуйте этот лайфхак. Сначала отрежьте примерно 2,5 см с нижней части футболки. Затем прорежьте переднюю часть вертикально вверх, прямо посередине. Когда дойдете до воротника, обрежьте его полностью и с задней части тоже. В конце сделайте бахрому внизу по обе стороны от разреза. Прорезайте насквозь. Посмотрите, как Эми красуется в своей неповторимой накидке. Наконец-то я могу спокойно посмотреть свой инстаграм. Лили, мне кажется, ты здесь не одна. Лили, скорее, выбирайся оттуда. О нет, Лили, ты не можешь провести последние минуты своей жизни на унитазе. А? Странно, там какая-то тень или что? Лили, серьезно, посмотри внимательнее. Что это? Посмотрите на ее лицо. Лана, я из-за тебя чуть не описалась. Лили, для этого ты была в самом правильном месте. Красивое платье, Лана. Скорее повесь его в шкаф, пока сестра не увидела. Повешу-ка я его тут. Эй, помогите, у меня чудовище в шкафу. Отпусти. Я же говорила, что расплата не за горами. Не похоже, что Лане так же весело, как Лили. Месть удалась, правда? О, я совсем забыла, что купила это платье. Пожалуй, надену его завтра на свидание. Но Лана не подозревает, что ее сестра прячется за углом.
Она ищет, чтобы ей надеть на сегодняшнюю вечеринку. Посмотрим. Ой, а это у нас что? Лана же не будет возражать, если я позаимствую это платье, верно? Ой, Лана, я тут просто хотела это платье примерить. Давай-ка его обратно, сестренка. В следующий раз, когда ты захочешь что-то одолжить, вначале спроси. Вкусные чипсы, Лили? Да, только слишком соленые. Ну почему я оставила банку с колой на столике? Жаль, что я не могу ее передвинуть силой мысли. Ну и ладно, буду мучиться от жажды. Только если... Может, я дотянусь до нее ногой? Эх. Может, двумя руками получится лучше? Как же она вкусно выглядит! Бесполезно. Мне нужна помощь. Лана! Лана! Подойди, пожалуйста, на минуточку. Ты звала? Подай мне, пожалуйста, эту колу. Просто не верится, какая ты ленивая. Ладно, держи. О, моя драгоценная кола. Люблю тебя, сестренка. О, боже, я так хочу спать. Я быстренько, ладно? Спасибо. Ну почему сестры вечно не могут поделить ванную? Да ладно, подождет немного. Лили, открывай! Ты что, там утонула? Похоже, Лили собирается провести там целый день. Клянусь, я с ней больше никогда не буду разговаривать. А Лили никуда не торопится. Она же в середине своего сольного выступления. О, мне этого так не хватало. Вся ванная в твоем распоряжении. Держись, Лана. Ты же любишь свою сестренку, помнишь? Это был самый долгий день. Кажется, мне не хватит сил даже дойти до спальни. О, падаю на кровать. Через 3, 2, 1. А! Сегодня твоя очередь мыть полы, забыла? Ну что ж, время готовить ужин. Ой! Можете не верить, но даже из картошки и яйца мама может быстро сделать что-то вкусное. Здесь помешаем, здесь нарежем и много-много взбиваем. Ой, не забыть запечь! Ого, выглядит потрясающе! И все это из картошки с яйцами? Пахнет просто восхитительно. Но если вы просто подросток, который не особенно хорошо управляется на кухне, то даже куча продуктов может вызвать у вас замешательство. Даже не знаю, с чего начать. В сети столько рецептов, не знаю, какой выбрать. Боже, не думала, что запекание – это так сложно. Но я же обещала маме испечь торт на ее день рождения. А? Наверняка этот шаг можно пропустить, да? Записать. В следующий раз не забыть надеть маску. А теперь в духовку. Ох, я устала. Только не гори, только не гори. О, да, он определенно сгорел. Может, гости будут не против соскрести угольки сверху? Кажется, тебе надо взять пару уроков кулинарии у мамы, Лана.